Привет всем, играем в Dying Light. Тихо. Я посмотрел, я прошел только четверть игры на самом деле. Я не знаю, как остальные так ее быстро прошли. Я вроде как бы, если тормозил, то старался играть без вас уже в эту игру. О, красиво. Поэтому черт узнает. Ну, ладно. Сейчас я хочу пройти по мосту. Есть достаточно няшек всяких, в том числе как это, безопасная зона, но она находится наверху. Ну, соответственно, чтобы туда забраться, нам нужно как-то пройти сквозь вот эту вот хрень. Ну, сейчас будем здесь. Я потихоньку бомбочками тут всех закидаю. А ты что не пошел? На самом деле, я думал, что вот эти мины, это так, полная фигня. Ну, как видите, если вы играли в Left 4 Dead, ну, по крайней мере, точно во второй, в первом я не помню, есть такое или нет, там была Pipe Bomb, то есть она пикала, и она точно так же на себя приманивала зомбарей. В данном случае никакого пикания нет, здесь используются обычные хлопушки, как вот эти взрыв-пакеты нами любимые. Вот. Не знаю, действительно это лучше для зомбаков. Но для нас самое главное, что они убойные очень. Еще я узнал, что здесь как такового стрелкового оружия нету. То есть, если в Dead Island у нас есть, ну, достаточно большой выбор оружия, ну, хотя да, дробовики, что еще предлагается, дробовики, винтовки, типа эмочек, калаши там были, что еще там было-то? Dead Island где-то. А, в первом Dead Island... Нет, это в Left 4 Dead так было. В Left 4 Dead так были гранатометы. Вот. То тут нам предлагается исключительно три вида оружия стрелковые. Это у нас... это у нас дробовик. Воу, красота-то какая. Это у нас дробовик. Пистолет и вот эти две винтовки. Одна полицейская, другая военная. Одна стреляет очередями, другая как это, ну, по выстрелу, в общем. Короче, вот такая у нас схема оружия. Ничего больше не придумаешь. Значит, как нам взбираться туда? Взбираться нам туда, видимо, надо с кошечкой, за пазухой. Давайте я вот туда тоже свою кину. Так. Это все как-то очень долго. Я как-то думал, с этой бомбой будет побыстрее. Но это всяко лучше, чем их просто отстреливать. Вот такая вот у меня винтовка. А более того, по мощности они
увеличиваться не будут. То есть то, что винтовка, которая вот у меня, дробовик 1500 урона вносит, то она так и будет, даже под конец игры. Вот. То есть, если холодное оружие у нас улучшается по мере прохождения игры, то вот стрелковый у нас, к сожалению, не будет улучшаться. Мне кажется, это неправильно. Все-таки это сейчас у нас зомбаки так себе. А потом, я думаю, у нас будет что-нибудь поинтереснее. Так, давайте возьмем кошку. Ух, сколько ж вас тут гадов-то, а? Так, как нам туда добраться? В принципе, я получил зелье, которое меня маскирует от зомбаков. Они меня должны как бы не видеть. Но я прям даже и не знаю. Ага. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот. Как он так высоко подпрыгивает-то? Я понимаю, что он... Воу-воу, тихо. Я понимаю, что он, скорее всего, спецназовец. Но он это делает очень легко. Так, отлично. Вот мы поднялись наверх. Вот это он сейчас как сделал. Тихо ты, скотина. Да... я не знаю, как он так оттолкнулся и полетел так быстро. Мне кажется, это какой-то глюк очередной. И такого не должно быть. Так. Как быть дальше? Сюда мы никак не поднимемся. У нас, видите, тут решетка. Какой бы сильный пистолет у нас ни был, мы не можем взять и это. Если так попробовать как-то обойти. Воу, что это сейчас было? Ну да, тут как бы вариантов-то и нет никаких. Перепрыгнуть просто мост мы не можем. Нам надо как минимум выше подняться, вот аж до Тудовой. До Тудовой. Чтобы... это самое. Ш-
Чтобы и как минимум сохраниться там. Можно, в принципе, попробовать кошкой. Фигакнуть туда. Вот так, например, сделать. У нас тут, получается, есть вот эта вот фигня, по которой мы можем залезать. Ай, блядь! Фух, твою мать. Я, честно говоря, я перебздел очень сильно, потому что это, во-первых, очень высоко нам падать, а как-то... Где? Так, сделаем. Так. Бляха, муха, скотина, ты что тут творишь? И это мы еще не на самом верху. И это мы еще... Конечно, могу попытаться и здесь подняться. Но, как видите, тут есть такая вот фиговина. Видите, внешние. Давайте так делаем. Ух, ее. Падать-то отсюда вот очень не хочется. Пол. Эть. Я не хочу вниз смотреть. Ох, ё. Чё же они так... Эти пчелы нипочём так высоко... Строили бы дом. Благо мы дошли до этой фигни. В принципе, я думаю, я бы здесь поднялся с помощью кошки внутри. Вот, поэтому не знаю. Тихо. Правильно поднимаюсь? Может, правильно, может, нет. Что, суки, не ждали? Хорош, чертёж. Давайте посмотрим, что это такое. Он электричеством и ядом фигачит. Нормально. Да-да, я знаю, если бы вы меня шарахнули электрошоком и вдобавок отправили и отравили, я бы тоже офигел. Ну, круто, чё. Так. Ага. Ой, блядь, что ты, сука, делаешь? Да ну в баню.
Я туда последующий... Тьфу, я... Больше не полезу. Я, конечно, могу воспользоваться вот этим старым методом. Воу. Понятно все с тобой. Я, блин, все через жопу, мужик. Ты даже запрыгнуть, блин, не можешь. Ну, давайте сейчас попробуем. Если у меня не получится, я даже как это горевать не буду. Сразу пойдем. Можно вот так вот. Я так не буду. Я уже пару раз так наворачивался из-за этого. А это что за выход? Ага. Не, не пойду я здесь. Воу-воу, тихо. Да, то, что есть кошечка, это хорошо. Это очень-очень хорошо. Тихо. О, мы здесь уже с вами были, помните? Да, я как-то тупанул, ребят, когда лазил по всем этим стенам. Что-то там выбирал, что-то делал. Смотрите-ка, у нас столько времени остается еще на исследование космоса, ё-моё. Так, дверь тоже закроем, нефиг, продует. У меня и так горло болит. Есть там. Воу, что-то высоко она закинула. Так, отлично. Так, ну, в ту башню мы так войти, по-моему, не смогли. Да нам, в принципе-то, это и нафиг не надо. Нам надо вот запрыгнуть вот туда, в принципе. И по канату спуститься в ту сторону. Мне просто интересно, что там может быть, мало ли. Хотя, как видите, мы с вами нашли интересный достаточно чертежик. Название его, точнее. Сам чертежик, я не уверен, что хороший. Ну и поехали. Да куда ты, придурок? Чего он упал-то? Да все, все, все нафиг. Пошли по заданиям. Ё-моё, чё херню ты должен страдать? Все. Тем более, что у нас там пару заданий и не основных есть. Нам надо их сдать. Я все не ходил в башню, чтобы, не дай бог, не начать какую-нибудь основную. Тоже... Я, если переберусь, я как-нибудь запишу короткий, может быть, ролик о том, как я туда все-таки перебрался. А сам я тут, да, ну, в шоке вообще. Еще я тут должен париться из этого турня. Так, давай, запрыгивай. Тут все еще безопасная зона, что ли? Девушка? Вот. Так, отлично. Да, 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 да. Блевани мне там еще. А? Так. А, ну, кстати, почти дома. Тихо, тихо. Я не вижу. Так, ладно. Тум-тум-тум-тум-тум. Тум. Тум.
А, кстати, я забыл сказать. Я здесь по этим навыкам везде прокачался. Другие у меня так не так быстро прокачиваются. Не знаю даже, что лучше. Так, ну, давайте прочность прокачаем. Что нам? В принципе, бесполезно для меня это. Эта ловкость может быть, кстати, и неплохо. Удар в прыжке, восстановить здоровье. Ладно, скачок. Ноголом. Перекат. Удар на бегу. Согласен, вот это очень нужно. Так, отлично. Что скажешь, Блейк? Your guy named Kristoff. Is he around? Oh, Mr. Gung-ho? Yeah, I met him. Not sure where he is now. Probably volunteering for a suicide mission. Это я по заданию Алексея, который на одной из башен. Come here. Полицейская винтовка. А, у меня, по-моему, полицейская винтовка, да? Да, у меня полицейская, но это военная. Одну из башен, которую мы починили для передачи антенны. Вот, кстати, нам же этот кладовщик дает раз в день какую-то няшку. И вот мы дошли до того, что он нам дает забойный нож, который урон 98. Это, конечно, да. Кристоф? You mean the new scout? I was supervising all the scouts. Why don't you ask him? He's on the 19th floor. Музячка хорошая. Так, мелки для детей, кофе, газовый запас. Так. Кофе. Ну, я люблю кофе. Ладно. Это я, естественно, буду делать без вас. Ну, давайте детям поможем. Так, электронные детали. Чертеж электрик. По-моему, у меня есть чертеж электрик. Ну, теперь точно у меня есть чертеж электрик. Вот он. Ну, кстати, второй уровень неплохо. Думаю, как-нибудь сделаем. Так, что у нас здесь? How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend too. He was the best one I had here. I know, I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God. Maybe if I didn't leave. А, нельзя было взрывчатку давать молокососу. Jade! Jade! Wait! Jade, god damn it! Just give her time. She needs to grieve. Женщина. Какого хрена? И это, блин, ночью. Вот нельзя было подождать. Какого хрена происходит? О, тихо. О, полицейская. Где-то я тут видел. There's no one inside. They took Zera and drove away. Суки, а?
shit! Brecken, Zara's been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit that school. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zara. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Хорошо. Хорошо, верну. Давайте сначала с мелками все понятно. Это тоже. А где блудный сын-то? А, он наверху. Так, давайте еще и блудного сына тут пройдем, чтобы не возвращаться 150 раз в одно и то же. Так, с Раисом у нас свои счеты. Так, что у нас по поводу винтовок? А, та же самая хрень. Вот, военная винтовка. Видите, у нее 137, но зато она стреляет как надо. Давайте ее берем. Полицейскую винтовку мы продадим. Who здесь? Так, давайте нам, в принципе. Copy. All right, that's it. There's nothing more you can do. Yeah, well, Rice can throw a lot more bodies at them than we can. No, negative. Cut your losses and get out of there. Copy. Out. Hey, Crane. Back from the field, huh? No, not for long. You know about a scout named Christoph? The new kid, huh? Yeah, he went on a recon mission, but I haven't heard from him in a while. Raheem checked him out and said he was solid, but I'm not so sure. One reckless kid certifying another. Yeah, that's what Brecken said. Of course, it could be just his radio. Some of the batteries are running down, so we're not getting much range out of them. Where was he headed? Out toward that newly constructed skyscraper. All right, I better go have a look. Watch yourself out there, all right? Я, честно, я не понял, что он сказал сейчас. Ну, я понял, что... Так, что там, утро, да? Хорошо. Я понял, что держись, как это, будь осторожен, но вот то, что он сказал на английском, я не понял. Может быть, у кого английский лучше и знает, что, как это, произносится. Вот. Причем я бы сказал американский английский, а не английский английский. My brother is the war. Бинты и лекарства. Этому я бинты отдал. Так. Ну ладно. Разберемся. Видите разницу? Зато-то убой не лупит. Так, ну что, я думаю, пока мы закончим, я постараюсь пройти тут парочку топ-заданий. Не знаю. С Кристом, я думаю, мы с вами вместе пройдем. А может, не пройдем. Вот. А потом, собственно, посмотрим. Все, давайте, ребята, до следующего раза. Покеда.